смертной казни через повешение. Казнь через повешение особенно жестоко, мучительно и позорно, тем более для офицера. В нашей стране приговоренных к смерти расстреливали. Во время войны вешали фашистских палачей и предателей, повесили двух генералов, которым сегодня предлагают поставить памятник. Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий внес в Думу законопроект с предложением воздвигнуть памятник казачьему генералу Петру Николаевичу Краснову. А устроить мемориал генералу Андрею Андреевичу Власову как герою борьбы за демократическую Россию считает необходимым уважаемый ученый и политик Гавриил Харитонович Попов, который только что выпустил книгу «Вызываю дух генерала Власова». На сломе эпох, когда происходит переосмысление прошлого, возникает желание изменить знак на противоположный. И кому-то полная реабилитация генерала Власова и генерала Краснова кажется делом совершенно естественным. Сталинское правосудие было беззаконным, это так. Приговор обоим генералам вынесли еще до начала суда, на заседании Политбюро. И вообще, если они оба были борцами против сталинского режима, то не являются ли они автоматически жертвами политических репрессий? Но давайте все-таки разберемся. Была ли позорная казнь на виселице местью и расправой, или все же справедливым наказанием за предательство? А разбираться начнем здесь, где погибла вторая ударная армия. Армия, которой командовал генерал Власов. Переход командующего 2-й ударной армией генерала-лейтенанта Власова на сторону немцев летом 1942 года кажется настолько удивительным, что многие историки уверены, это был осознанный выбор, сделанный задолго до того, как генерал оказался в руках немцев. Только раньше историки осуждали Власова за это, подозревали, что он был завербован немецкой разведкой, а теперь считают, что он всегда осуждал преступления советской системы и только ждал удобного повода выступить в защиту русского народа. Я думаю, что судьба генерала Власова решилась здесь, в деревне Туховеже, на границе Ленинградской и Новгородской областей. Еще он был командующим армией, правда, армия его больше не существовала. Еще он думал, что придут свои и спасут. Да если бы он хотел перейти к немцам, что ему было 3 недели скрываться от них по лесам и болотам? Если генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов был таким принципиальным противником Сталина, социалистической власти, советского режима и хотел выступить против них с оружием в руках, почему он не перешел на сторону немцев еще летом 1941-го? Накануне войны генерал-майор Власов, один из самых заметных в Красной армии командиров, обласканный начальством и награжденный орденом Ленина, получил под командование 4-й механизированный корпус. В первые месяцы войны он приобрел славу хорошего генерала, умеющего и строить оборону, и наносить удары по противнику. В середине июля корпус отвели к Киеву. На Никиту Сергеевича Хрущева, который был членом военного совета Юго-Западного фронта, генерал Власов произвел впечатление своим спокойствием, бесстрашием и знанием обстановки. «Когда немцы подошли к Киеву, — рассказывал Хрущев, — и у нас буквально нечем было заткнуть дыру, мы назначили Власова командующим 37-й армией, и нужно сказать, что войска под его командованием дрались прекрасно». Но фронт был разгромлен. В 20-х числах сентября штаб 37-й армии попал в окружение. Машины вывели из строя и пошли пешком. Пробивались поодиночке. На их счастье, сплошной линии фронта еще не было. И 1 ноября они, наконец, добрались до своих. Сталин доверил вышедшему из окружения Власову 20-ю армию, которая входила в состав Западного фронта и обороняла столицу. Андрей Андреевич рассказывал любовнице о посещении Кремля. «Меня вызвал к себе самый большой и главный хозяин. Представь себе, он беседовал со мной целых 1.5 часа. Сама представляешь, какое мне выпало счастье. Ты не поверишь, такой большой человек и интересуется нашими маленькими семейными делами. Спросил меня, где моя жена и вообще о здоровье. Это только может сделать он, который ведет нас всех от победы к победе. С ним мы разобьем фашистскую гадину». В декабре 1941-го 20-я армия участвовала в контрударе, отбросившем немцев от Москвы. Армия Власова наступала из района Красной Поляны и, преодолевая упорное сопротивление противника, выбила немцев из Солнечногорска и Волоколамска.
Власов получил второй орден Красного Знамени. 24 января 1942 был произведен в генерал-лейтенанты. Это был пик военной карьеры генерала Власова. 8 марта 1942 вождь назначил Андрея Андреевича заместителем командующего войсками Волховского фронта. Волховский фронт образовали в декабре 1941 с задачей сорвать наступление немцев на Ленинград, а затем совместно с Ленинградским фронтом освободить город от блокады. Здесь в 1942-м проходила так называемая «дорога жизни». Это был узкий коридор, по которому снабжалась оказавшаяся в окружении 2-я ударная армия. Здесь шла узколейка, здесь был мост. И даже до сих пор сохранились сваи, поставленные в 1942 году. Произошло это так. В январе 1942-го, выполняя приказ Ставки, армия рванула вперед на 40 километров. Измотанная остановилась. Конфигурация, расположение армии было очень неудачным. Она практически полностью втянулась в прорыв, коммуникации растянулись и возникли сложности со снабжением. Зима была очень холодной. До 40 градусов доходили морозы, бойцы мерзли, и все снабжение через этот узкий коридор. И стало ясно, что если немцы ударами с обеих сторон рассекут, фланговыми ударами рассекут этот коридор, то армия окажется в окружении. Не обращая внимания на эту опасность, Ставка требовала от командующего 2-й ударной армии наступать. Выполнить приказ он не смог. Командующего сменили. Армию принял Власов. Отрезанная от источников снабжения, обессилевшая армия уже и обороняться не могла. Самое страшное началось весной, когда растаял снег. Траншеи заливало водой, вспоминали ветераны. Кругом плавали трупы. Бойцы и командиры голодали. Не было ни соли, ни хлеба. Отмечались случаи людоедства. Не осталось ни хлорки для обеззараживания воды, ни медикаментов. 8 июня генерала Мерецкого срочно вызвали в Москву. В полевой форме, в грязных сапогах, он попал прямо на заседание Политбюро. «Мы допустили большую ошибку», — признался Сталин. «Немцам удалось перерезать коммуникации армии и окружить ее. Мы поручаем вам, вместе с товарищем Василевским, выехать туда и во что бы то ни стало вызволить 2-ю ударную армию». Но это было не под силу даже такому сильному военачальнику, как Василевский. 21 июня 1942-го все же удалось пробить узкий коридор, через него хлынули окруженцы. Но немцы вновь его перерезали. 23 июня Власов предпринял последнюю попытку вырваться. Бросив в бой всех, включая охрану штаба, командарм сам возглавил атаку. Но немецкая артиллерия разметала бойцов 2-й ударной и уничтожила армейский узел связи. Управление остатками войск было потеряно. По плану штаба армии должен был выходить последним, поэтому Власов и не успел вырваться. Это кладбище бойцов и командиров 2-й ударной армии. Тех немногих, чьи останки удалось опознать. Всего за время операции погибло практически 150 тысяч человек. Это население большого города. Вину за провал операции возлагают на Власова. Но он был назначен командармом, когда армия уже была окружена и обречена. По-настоящему виновны командование фронтом, руководство генерального штаба и сам Сталин, который, когда еще было возможно, запретил армии ворваться из окружения и тем самым обрек ее на уничтожение. Андрей Андреевич Власов во второй раз попал в окружение. Потом писали, что он и не пытался выйти к своим, но это неверно. 3 недели, 24 июня захлопнулась горловина, 12 июля он попал в плен. 3 недели он бродил по этим лесам, надеясь выйти к своим. Командующий армией это была фигура. Наверняка верил, что о нем помнят и попытаются спастись, пришлют самолет или оперативную чекистскую группу. Думал, что выйдет к партизанам или сам сумеет пробиться к своим. В конце концов, в сентябре 1941-го он попадал в такое же отчаянное положение и вырвался. Но в этот раз ему не повезло. От штабной группы осталось всего 4. Власов, его водитель, 1 солдат и шеф-повар столовой военного совета 2-й ударной армии Мария Игнатьевна Воронова. В какой-то момент и они разделились. Держаться вместе было опаснее. Власов отдал своему водителю генеральскую шинель и снял знаки различия. 11 июля 1942-го Власов и Воронова пытались найти убежище здесь, в деревне Туховежи. Староста спрятал их на складе. Самого склада больше нет, но он стоял где-то здесь. Но все-таки было лето и можно было переночевать. Староста обещал помочь, но вместо этого позвонил немцам.
Кстати говоря, дочь старосты все еще живет здесь, в этой деревне, но ей уже много лет, и она мало что помнит. На следующий день приехали немцы, офицер разведотдела 39-го корпуса и переводчик. Власов сказал на плохом немецком: «Не стреляйте, я генерал Власов». Вот именно в этот момент, когда он сдался немцам, он отрезал от себя всю прошлую жизнь. Он знал, как Сталин относится к попавшим в плен, и понимал, что его карьера в Красной Армии закончилась. Старая жизнь завершилась, и он начал новую. Власова отправили в лагерь военнопленных в Виннице, где держали старших офицеров Красной Армии. В лагере собралось около 100 командиров. К генералам лагерная администрация относилась с некоторым пиететом. Генералу полагалась отдельная комната. Но все равно это была скудная жизнь с неопределенной перспективой. Скорее всего, первоначальным импульсом к сотрудничеству с немцами было для Власова желание остаться в живых. Надо иметь в виду и другое. У пораженца, пусть он даже генерал, всегда ощущение полной катастрофы, полного разгрома, всеобщего развала. Не только собственная армия генерала Власова была разгромлена, но и вообще летом 42-го советские войска отступали. И у Власова, возможно, было ощущение, что с Красной армией покончено. И надо в таком случае начинать новую жизнь и присоединяться к победителю, а не заканчивать свои дни в лагере для военнопленных офицеров. К тому же он был человеком крайне честолюбивым, и в этой новой жизни он хотел играть первые роли. Через коменданта лагеря Власов предложил немецкому командованию использовать антисоветские настроения военнопленных и населения на оккупированных территориях и создать русскую армию, которая воевала бы вместе с вермахтом. По подсчетам историков, в немецкий плен попали 80 генералов и комбригов. Бежали из плена 5. Погибли у немцев 23. Присоединились к немцам 12. Генерал-лейтенанта Власова посчитали более солидной фигурой, чем все остальные русские, предложившие немцам свои услуги. Власовым заинтересовался отдел пропаганды Генштаба сухопутных войск и от его имени готовил листовки, которые сбрасывали над расположением Красной армии. Недоучившийся семинарист Власов неплохо выступал, умело находил общий язык с солдатами, но писал с невероятными грамматическими ошибками, о чем свидетельствуют его письма. Кстати говоря, по лексике, по мыслям, крайне примитивные. Мне кажется, исследователи совершают большую ошибку, считая искренним его обличительный пафос. Все документы, листовки, обращения, манифесты, обнародованные немцами от его имени, писались другими людьми. Не было у него ни собственной политической программы, ни даже набора идей. Все, что звучало в его речах относительно преступлений советской системы, было придумано не им. Это не он переживал за судьбу русского или украинского крестьянина. Все это и до Власова, с лета 41-го, широко использовалось в немецкой пропаганде на русском языке, адресованной бойцам Красной Армии и населению оккупированных территорий. 8 августа 1942 года Власова допросил бывший советник немецкого посольства в Москве Густав Хильгер, считавшийся в немецком дипломатическом корпусе лучшим знатоком России. Сын московского фабриканта, он прекрасно говорил по-русски. Со слов Власова, Густав Хильгер записал в отчете: «Для Власова и для большинства других военнопленных советских офицеров победа Германии означает предпосылку их дальнейшего существования, поскольку от советского правительства они могут ожидать только смерти. Поэтому они ничего так сильно не желают, как свержение советского правительства и победы германского оружия». Хильгер откровенно объяснил Власову, что возрождение русской государственности противоречило бы германским интересам. Власов, и это очень о многом говорит, согласился, что Германия не обязательно сохранять самостоятельное русское государство. Иначе говоря, Власову прямым текстом объяснили, что российского государства больше не будет, что русская земля будет оккупирована, и тем не менее он изъявил желание служить немцам. Готовность Власова и других служить Германии нанесла ущерб репутации российского офицерства. 6 октября 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, назначенный еще и министром внутренних дел, выступал перед партийным активом страны в Познане. «Я гарантирую вам,
Из почти каждого русского генерала мы сможем сделать Власова. Это будет стоить неслыханно дешево. А этот русский, которого мы взяли в плен, нам вообще ничего не стоит. На третий день мы сказали этому генералу примерно следующее. То, что назад вам пути нет, вам верно ясно. Но вы человек значительный, и мы гарантируем вам, что, когда война закончится, вы получите пенсию генерал-лейтенанта, а на ближайшее время вот вам шнапс, сигареты и бабы. Вот как дешево можно купить такого генерала. Очень дешево. После войны уцелевшие власовцы пролили море чернил, сокрушаясь по поводу политической близорукости Гитлера и его окружения. Немцы могли победить Сталина, обращаясь с русскими как с равными и пообещав русским независимое государство. Да если бы Гитлер мог обращаться с русскими как с равными, он бы вообще не начал войну. Для него русские, славяне были низшей расой, которую надо было подчинить себе. Русские не могли быть союзниками немцев, а только их рабами. Гитлер повторял вновь и вновь. «Я не желаю иметь с русскими ничего общего. Мы заинтересованы в том, чтобы эти русские не слишком сильно размножались. Ведь мы намерены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее русскими земли были бы полностью заселены немцами». Свои планы Гитлер никогда не скрывал. Он говорил об этом открыто и поэтому раздражался, когда слышал, что какие-то русские националисты претендуют на союз с ним. Он не нуждался в таких союзниках. Вот почему Гитлер не мог понять генерала Власова и других, которые желали ему служить и лезли с предложением своих услуг. Он считал их слабоумными. Они хотели быть русскими нацистами. Да на их беду Гитлер не желал их иметь в своем обозе. Карьера генерала Краснова началась после революции. В мае 1918 года кайзеровская армия вошла в Таганрог и Ростов-на-Дону. 3 мая в Новочеркасске собрался круг спасения Дона, в котором участвовали казаки восставших против советской власти станиц. Они провозгласили создание Всевеликого войска Донского, войсковым атаманом избрали генерал-лейтенанта Петра Николаевича Краснова. Генерал Краснов пытался отделить Дон от России, что было неприемлемо для других белых генералов. Краснов ориентировался на немцев, что тоже казалось немыслимым. Для русских офицеров Германия оставалась врагом. А Краснов написал кайзеру Вильгельму письмо с просьбой поддержать идею создания Донской и Кавказской федерации, в которую он хотел включить Царицын и Воронеж. Краснов был просто счастлив, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. На следующий день, 23 июня 1941 года, он писал атаману общеказачьего объединения в Германской империи генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину. Итак, совершилось. Начинается новая эра жизни России. Быть может, мы накануне вековой дружбы двух великих народов. Генерал Краснов требовал от казаков помогать вермахту. Выйдут оставшиеся в живых казаки с хоругвями и крестами навстречу германским войскам. Будут и казаки в Новой России. Не выйдут, будут кончать самоубийством, как Смоленск, Ленинград и другие города советские. Изъявив желание служить немецким оккупантам, русские мигранты оказались соучастниками военных преступлений гитлеровского режима. Оккупационный режим нуждался в подручных для грязной работы. Объявили набор во вспомогательную полицию. Атаман Краснов пояснил, чем предстоит заниматься. Борьба с бандитами и партизанами, скрывающимися в лесах, производство расправ с лицами, стрелявшими по немцам из-за угла. Содержание платят очень хорошее. Уже в октябре 1941 года для борьбы с партизанами начали формировать первые казачьи сотни. Они приносили присягу. «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед Святым Евангелием в том, что буду вождю новой Европы и германского народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни до последней капли крови». 11 февраля 1945-го в Ялте президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали соглашение о выдаче Москве всех попавших в англо-американскую зону советских граждан, особенно взятых в плен в немецкой военной форме. Генерала Краснова весной 1945-го британские власти выдали советской армии. Англичанам это ныне ставит в вину. Зачем они передали Сталину русских эмигрантов, которые не были гражданами Советского Союза?
В 45-м союзники решали судьбу людей не по паспорту, а по форме. Надел нацистскую военную форму – преступник. В 45-м американцы и англичане не собирались помогать тем, кто сражался под гитлеровскими знаменами. Почти 2 года шло следствие. Дело Краснова и других казачьих генералов рассматривала военная коллегия Верховного суда 15-16 января 1947 года в закрытом заседании без прокурора и адвоката. Всех приговорили к смертной казни. 17 января 1947 года центральные газеты сообщили о приведении приговора в исполнение. Власова повесили годом раньше. Когда нацистский режим рухнул, Власов пытался уйти к американцам. 12 мая 45-го советские офицеры перехватили генерала. Его немедленно отправили в Москву. 15 мая бывшего генерала привели к начальнику управления военной контрразведки СМЕРШ генерал-полковнику Абакумову. Он распорядился держать Власова в одиночке и предоставить ему дополнительное питание. Возможно, первоначально готовили открытый процесс и хотели, чтобы генерал хорошо выглядел. Но через год, 23 июня 46-го, Политбюро приняло решение. Дело власовцев заслушать в закрытом судебном заседании под председательством генерал-полковника юстиции Ульриха без участия сторон, прокурора и адвоката. Всех обвиняемых в соответствии с пунктом 1 указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов-изменников Родины из числа советских граждан и их пособников, осудить к смертной казни через повешение и приговор привести в исполнение в условиях тюрьмы. Ход судебного разбирательства в печати не освещать. В Кремле испугались, говорят некоторые историки. Испугались, что Власов скажет всю правду. Это наивное предположение. Предвоенные московские процессы потрясли мир тем, что подсудимые старательно оговаривали себя и даже не пытались защититься или оправдаться. Техника проведения таких процессов была отработана на Лубянке. Нет, дело в том, что Сталин в какой-то момент вообще отказался от проведения открытых процессов. Суд над Власовым и его подельниками продолжался 2 дня. В ночь на 1 августа подсудимым был объявлен заранее вынесенный приговор. Лишить воинских званий, подвергнуть смертной казни через повешение, конфисковать лично им принадлежащее имущество. В ту же ночь их повесили. И 60-летий спустя историки-профессионалы, историки-любители задаются вопросом. Имели право противники советского строя пойти вместе с Гитлером? Во имя избавления от коммунизма принять национальный социализм? Или, как после войны объясняли свою логику выжившие власовцы, сначала с Гитлером против Сталина, а потом с народом против Гитлера? Звучит это достаточно наивно, если не сказать сильнее. Если бы Гитлеру удалось тогда сокрушить советскую армию, какая бы сила могла с ним совладать? Есть разница между советскими генералами, которые согласились служить Гитлеру, и немцами, которые восстали против Гитлера. Немцы-антифашисты выступили против правящего нацистского режима, потому что освобождение от Гитлера было спасением Германии и немецкого народа. Но в 41-м Гитлер напал не на Сталина. Он вел войну не против большевизма ради освобождения России. Победа вермахта над Красной армией вовсе не означала бы возрождение России. Совсем наоборот. Гитлер хотел, во-первых, разгромить Советский Союз как опасного геополитического соперника и убрать Россию с политической карты мира. Во-вторых, согнать русских с плодородных земель, которые вместе с нефтяными месторождениями и залежами полезных ископаемых предполагал включить в состав Третьего Рейха. В-третьих, обречь русских и другие народы Советского Союза на прозябание, чтобы они никогда не представляли опасности для Германии. Генерал Власов и генерал Краснов, все те, кто к ним присоединился, кто надел немецкую военную форму, кто так или иначе служил оккупационному режиму, сражались не против Сталина и не против социалистического строя. Они фактически сражались против собственного народа и российской государственности. Да, мы знаем, что такое сталинский суд.
Но в данном случае это не основание для отмены смертного приговора. Любой другой суд приговорил бы этих людей к казни за предательство. Как французский суд приговорил к смертной казни своего бывшего президента маршала Петена. Хотя маршал Петен немецкой военной формы не одевал и Адольфу Гитлеру в верности не клялся. Мы стоим здесь, где погибла вторая ударная армия, и где стоит памятник этим людям, которые погибали, защищая свои семьи, свои дома, свою землю и свою родину. Вот они заслужили памятник, но не Власов и не Краснов.